12 сентября в Казанском федеральном состоялся визит представителей Германской службы академических обменов. Посетив ознакомительную экскурсию в Музей истории Казанского федерального, делегаты обсудили вопросы расширения сотрудничества. К слову, сотрудничество между Казанским университетом и Германской службой академических обменов активно развивается с момента открытия московского представительства службы еще в 1993 году. В ходе встречи в Казанском федеральном университете поднялся целый спектр вопросов, касающихся дальнейшей совместной работы. Отметим, что КФУ активно участвует в стипендиальных программах Германской службы академических обменов и уже около 30 лет оказывает финансовую поддержку сотрудничеству между Казанским и Гисинским университетами при организации двустороннего научного обмена. И это далеко не предел. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.